где-то недалеко Брайтон-Бич. Опять идут дожди. А у нас на Дерибасовке, как всегда, хорошая погода. Перед вами Одесса, Дерибасовская улица, год 2009. И никаких вам музыкантов живых. Их разогнали всех поганой метлой. Кому они действительно нужны, эти музыканты? Только воздух портят эти музыканты. Вот. Осталась, собственно, голая улица с камнями. Народу-то поубавилось заметно. Вот. Ну, что еще можно сказать? Памятников понаставили. Автоиграйку в виде фонтана с включенными колонками. Единственная отдушина – это пляски бабулек по субботам и воскресеньям под живую музыку в городском саду. Музыканты, которые играют там в беседке. Как правило, оркестр. Вот. Солнце светит прямо в глаз. Значит, по стиху я должна идти на Кавказ. Вот он, известный Макдон. Вспоминается выражение «сходить» многозначительно в Макдональдс. Вот, что еще вам сказать? Пока ничего не скажу.